строк, другой любит сок, а третий идет по стране чудес, а четвертый все поет до трех-четырех. А какой потом проб, какой потом проб? Раньше у нас было так много комнат, полных людей, полных идей, а сейчас ничего, только рыба гниет с головы у фашистских детей. Дети минут никогда не поймут круговорота часов, и придут на порог и сломают дверь, и расколят чаши весов. Они не верят в победы добра над злом, как победы зла над добром. Они знают, что у них есть только серый день, и они хотят жить этим днем. Дети минут. Один все кричит, а другой все молчит, ну а третий торчит, забивая болты. А машине, которая шла на восток, обломали рога менты. И я хотел бы спросить, почему и зачем ты повесил на грудь золотую медаль? В этом зале все думают так же, как ты, а ты смотришь вдаль, ты смотришь вдаль. Дети минут никогда не поймут круговорота часов, и придут на порог и сломают дверь, и расколят чаши весов. Они не верят в победы добра над злом, как победы зла над добром. Они знают, что у них есть только серый день, и они хотят жить этим днем. Дети минут. А еще я хотел бы узнать, почему так легко променяли вы море на таз. Но друзья тут же хором ответили мне: ты не с нами, значит, ты против нас. Но если это проблема, то она так мелка, если это задача, то она так легка. Это дети минут ломают дверь, не заметив, что на ней нет замка. Дети минут никогда не поймут круговорота часов, и придут на порог и сломают дверь, и расколят чаши весов. Они не верят в победы добра над злом, как победы зла над добром. Они знают, что у них есть только серый день, и они хотят жить этим днем. Дети минут. Улицы ждут ваших слез. Улицы ждут ваших слез.